Red. А вот и мы приветствуем любой шум, любого уровня дисциплины, потому что поддержка нужна всем не только россиянам, но и всем спортсменам, интересно участвовать. Всем готов до финиша. Впереди пока команда Дясмин из Бельгии, автора позиции Анна Зайба из Германии. Зрители не совсем держатся пока на третьей позиции. Скорость не очень высока, спортсменки контролируют друг друга. 6 кругов до финиша, только 2 места в следующем круге. Всего первые 2 проходят в следующий круг. Все меньше другого до финиша, все выше скорости, все громче.